Это будет победа нашей песни. Солями борща знам. Леха, ты его если у вас не обтянутую площадку, патроны закончились, слышь. Сейчас будет дезматч. То есть до последних патронов, да? Сейчас будет дезматч, будет убийство, до последнего патрона будут синяки, травмы, выбитые глаза, челюсти, почки. Да, в общем, будет все. Дезматч. Так а с кем мы играем? Подождите, кто не играет? Подождите. Уже нормально. Я могу налево пойти. А, ребята, нет, давайте мы распределимся по цветам. Налево там, допустим, эти, направо эти. Это будет более правильно. Кабаны направо. Кабаны направо. Барбара Стрейзанд налево. Готовы! Готовы! Финал не брал? Как масса кирати. Ой, войну. Вперед, давай! Читер, Игорь! Шары закончились? Шары закончились. А как? Сколько человек убил? Сегодня вообще? Да. Человек 5. А сейчас за последний матч? За последний ни одного. Ни одного? Шаров мало. А тебя попали? А мне? Не. Просто шары. Граната не взорвалась. Граната не взорвалась? Я не взорвалась. Не взорвалась. Не, но я не взорвалась. Какие-то бракованные гнаты дают, да? Это провал. Я довольная. Очень. Патроны закончили? Да, нет. Не, классно, короче. Я только что расстрелял. Двоих тупо держит, два тела там за домиком. Тупо жопы торчат, а я по диагонали, клац, клац. Одно тело вижу, начинает вставать, а потом, ой, ой. Которые еще остались? Внутри был дырявый. Все уже. Все. Так, а что, ты заходи, давай заходи, погнал. У меня так маска запутила, ну, блядь, что я не скидаю. На эту, давай мне твою. Накидал. Кто-то с кем-то лежал? Нет, это мне понравилось, когда я с тобой выбегаю за дом, вот там. Купа, выскакивай за дом. А це ты там за домом лежал? Вот там. А, не-не. Кто там еще твой человек за домом лежал? Вот там, за тем крайним домом. А, не-не, я вот там слышу. Ох, там два каких-то перца. Так купили, сразу. Мне понравилось, что ты меня мало патронов. Стрелял, потом выбег, говорит, бегом, что ли? Стреляй, стреляй, и очередь в институт. Какие замесы. Я так закрыл. Я на усах прав. Ну давайте, осколки. Это милирование. Реально попали у тебя. А может и попали? Не, ну это осколок, здесь было больше краски. А меня, короче, прямо в бан влупили, тупо. А я прошел в эту будку, когда они по будке стреляют, реально глушат. Плече, блин, попало, а я... А у меня три, короче, у меня три ранения. Покажи плече. Три ранения. Больно, пиздец. Покажи плече. А! Тут бан получил.
А с какого расстояния? А там ты, короче, в чепочке, какие там за углом, за домика, короче, выскакивают три таких тела, типа, знаешь, выскочили, и я такие, оу, ес, клац, клац, оу, туда, сюда, а я и, чисто короче, реально в игре, да, с нырянками. Мне понравилось моб, короче, моб среди них стоит, я потом узнал, что это был он. Вот, и я из-за бочки вот, вот справа выстреливаю, вижу, он так, иди! Ой, знаешь, кому-то все-таки попал. Да и как нам, ты расстреливай, ты уже к ебене мать, все педря. Но белых-то давно нет. Типа, ты их видишь, и я не вижу, но они... Ну как это, чё? Отлично, я не жалею. Вначале, как обычно, было играть, не играть. Ты но в той команде, которая выиграла все матчи, да? Да, я вложил свой пассивный вклад. В чем секрет? Секрет – сосредоточенность и не высовываться. Сейчас водочка ждет вкусненько. Поиграли, замочил кого-то? Я ж не такой, я добрый человек. Воздух стрелял, что ли? Нельзя мочить. Надо жить мирно. Алексей, не направляй ни на кого камеру. Ты что делаешь? Раз в год и палка стреляет. Пошли. Нам надо пачку.